Ну, конечно. Только вы, Бога избранный народ. Остальные все недочеловеки. Гои! Кстати, насчет гоев. Это вы, евреи, действительно загнули. Сами-то что, лучше? Ну что ты, братишка, они не лучшие, они единственные, а все остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел. Христа распяли? Сами породили, сами и распяли. Это наши сугубо еврейские разборки. Гоям не понять. Ты что, моего Христа в евреи записываешь? А ты как думал? Если папа еврей, мама еврейка, ребеночек русский? Папа, у него... Голубь!